Итоги недели подвели представители администрации городского округа Люберцы. Оперативная обстановка, противопожарная безопасность, подготовка к следующему отопительному сезону. Эти и другие актуальные вопросы региона обсудили участники совещания. 1650 обращений граждан. Так провели неделю люберецкие стражи порядка. Возбуждено 20 уголовных дел, из них 15 удалось раскрыть по горячим следам. Из 153 дорожно-транспортных происшествий в трех пострадали люди. За выходные дни только было убийство в городе Дзержинске, где там строители там поругались, зарезал. Человек задержан, следственный комитет проводит проверку. 6 пожаров произошло в городском округе Люберцы за 7-дневку. Частично обгорели 2 автомобиля. Еще 4 воспламенения спасатели ликвидировали в жилых домах. Самым резонансным событием стал пожар 6 июля. Загорелась квартира в доме номер 40 на улице Попова. В данной квартире на кухне обгорел холодильник по всей площади. Было эвакуировано из дома в связи с сильным задымлением 27 человек, из них 2 ребенка. Работали звенья газозащитной службы, пострадавших нет. Готовность к следующему отопительному периоду сегодня составляет почти 43%. Запас резервного топлива в регионе создан на 50% от установленного плана. Особое внимание было обращено на паспорта готовности МКД. И был установлен план 40% на следующий отчетный период. Этот план городским округом выполнен. Порадовали спортивные события округа. Люберчанин Кирилл Шамшурин стал чемпионом России по гребле на байдарках. Следующим этапом для спортсмена станет участие в чемпионате мира. Соревнования состоятся в августе. Лейза Игазарян, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсалямов, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.